чистить стиральную машинку. Наливаем уксуса вместо порошка и запускаем ее на горячем ходу. Я добавила немножко полотенец, чтобы все-таки она была не пустая. И запускаем тот цикл стирки, который у вас предполагает высокую температуру. И все. Теперь я чищу сушилку. Собственно, мне это сводится только к каждый раз после сушки я вычищаю вот эту вот пыль или что это там скапливается, не знаю правильно. Вот, и потом мою вот этот контейнер в проточной воде, высушиваю его и ставлю обратно. Собственно, вот и все. Ничего сложного.